после того, как Анна Калашникова потеряла ребенка в 2017 году, у звезды никак не получалось забеременеть. Кроме того, появился страх, что из-за стресса опять будет выкидыш. О втором ребенке певица всегда мечтала, а потому решила, что малыша ей выносит суррогатная мать. Знала бы селебрити, чем это обернется для нее в будущем. Точка. Я больше года потратила на поиски суррогатной мамы. В итоге нашла Настю, которая мне сразу понравилась. Она такая нежная, и у нее уже есть дочь. Заплатила Насте 3 миллиона за конфиденциальность, сами роды стоят тоже 3 миллиона. Помимо этого, снимала ей квартиру, помогала едой, это 100 тысяч каждый месяц, рассказывала телезвезда, цитирует Starhit.ru. Точка. Но после случилось непредвиденное, девушка Анастасия перестала отвечать на телефонные звонки и не появляется в арендованной для нее квартире. Анна делилась, во время их последнего общения она вела себя странно. Селебрити подозревает, что суррогатная мать обманула ее с целью наживы. Точка. Настя исчезла после того, как я попросила сдать ее тест на материнство. Мне лично позвонила гинеколог и потребовала это сделать. Настя начала задавать врачу странные вопросы, а это правда чужой ребенок? А можно вступать в интимную близость? У врача возникли подозрения, что Настя носит не моего ребенка. А ведь все так и оказалось. Тест показал, что я не являюсь матерью этого плода. Не являюсь биоматерью своего ребенка, поделилась подробностями певица в программе «На самом деле» на Первом канале. Точка. Это не первая крупная потеря Калашниковой за этот год. В августе во время поездки на поезде в Канны звезду ограбили, унесли чемодан с имуществом на 10 миллионов рублей. Там было очень много вещей, платья, купальники, кроссовки, головные уборы, дневные наряды, туфли. Анна сразу же заявила о пропаже, поговорила с проводниками и нашла начальника состава, написала заявление в полицию, но тщетно. Там было целое состояние. Очень ценные и дорогие для меня украшения, вздыхает певица. Обидно до сих пор до слез. Это и любимые серьги граф за 50 тысяч евро с рубинами и бриллиантами, которые мне подарил жених в феврале, мои серьги той же марки, бусы и несколько пар серег Шанель, и еще куча всего. Брендовые туфли и сумки, лимитированные Шанель, Диджи, которые тоже дарил Ваня. Одна из них из голубой парчи, ее вообще нигде нельзя найти, коллекционная. Слава богу, на фестивале выручили подружки, одолжили свои аксессуары. Потому что времени и настроения бегать по магазинам совсем не было. Кстати, в отеле, где остановилась певица, у некоторых дам тоже исчезли драгоценности.